Это мой дрифт-корч. Упс. Наверное, ни для кого не секрет, что дрифт-корчи постоянно ломаются, и мы на них ездим до тех пор, пока у нас список проблем не перевалит больше 10 пунктов. У меня, по-моему, уже 15. Пойдем по недостаткам. Первый. Очень короткий редуктор. При скорости 120-4500 оборотов. Это вообще никак ни в какую сторону не годится. Я постоянно трогаюсь даже со второй, и она постоянно упирается в осечку, и мне неудобно дубасить боком. Второе. Вот вам не кажется, что слишком высокая жопа? А мне кажется. Так что ее нужно вниз опустить, купим новые пружины, может быть, даже и марсеры. Вот она вся балалайка, мне не нравится, надо ее убрать. Далее, разбитая кулиса. Это плохо, тоже не нравится. Ручник. Тут даже уже прижимку приколхозили, чтобы он работал. И плюс ко всему этому никогда нормально, короче, не стягивает. Будем ставить Wilwood тормозной этот самый цилиндричек сюда, фирмовый, и поставим другой ручник. Может быть, даже если повезет, с нашей гравировкой. Приборка. Она мертвая. Это не работает. Это, наверное, работает само по себе, как хочет просто. Так что тоже не вариант. Вот видите, я постоянно езжу вот с такой вот штуковиной. Упс. Вот. С пауэрбанком. Потому что у меня нету здесь просто прикуривателя. Надо ставить прикуриватель. По-моему, моему гидроусилителю пришел конец. Меняем. Свет, там не работает, тут работает. И ночью почти ничего не видно. Надо срочно менять полностью световое. Все лампочки попереду. Я считаю расположение аккумулятора здесь несколько ненадежным. Надо его ставить сюда, ставить каркас. И плюс ко всему вот эти все провода нужно поубирать, чтобы это не валялось ничего. А еще вот эта штуковина, она постоянно трет мою покрышку. Надо все это вот так вот обрезать, чтобы этого не было. Это несколько раздражает, когда ты едешь боком. Это постоянно хрысь. А еще вот это вот все нужно подкрасить. Это так некрасиво. Как-то вообще вот некрасиво совсем. А еще здесь вот всякая такая балалаечка. Проводку мы сделали, все ровно, но машина почему-то все равно периодически скидывается в аварию и начинает троить. Надо разобраться. Все, пригнали тачку к Жене. Так что говорим ей пока-пока и сами на такси. Думаю, через недельку мы заберем новый автомобиль, и он дарит там еще намного больше эмоций. Короче, ребята, вот видеоряд так построен, что мы типа только что отдали ее на ремонт, я гнал, на самом деле я ее уже забрал. Потому что, ну, скучно же вам просто рассматривать, как ее строят в гараже. Лучше вы это все время посвятите дрифту. Вот посмотрите, как мы классно на ней наваливали. Понаблюдайте.
А вообще я хочу с вами поделиться эмоциями после перестройки. Во-первых, что мы сделали? Мы навели порядок в машине. У нас здесь, вот видите, не валяются никакие провода. Ручник мы не поменяли еще. Мы поменяли редуктор на 3,38. Убрали, опытным путем поняли, что проставки на лето ей тяжело. Убрали проставки, занизили. Видите, как она красиво сейчас? Как красивенько смотрится. В одну линию, не торчит, как вот она раньше торчала. Управляемость намного лучше поменялась, стала реально. Плюс убрали все провода в багажнике, то есть попрятали туда. Так что попеределали разные работы. Что я хочу сказать главное? Подвеска супер важный вообще аргумент в машине. Просто за счет того, что мы опустили жопу, поменяли задние пружины, управляемость стала намного лучше стало управляться и приятнее. Плюс еще ко всему этому убранные проставки реально дала намного больше эффекта. И теперь как бы от машины реально кайфуешь. Плюс перестала троить, все, машина начала ехать, там было проблема просто в катушках зажигания. Так что, ребятушки, что я могу сказать? Чтобы кайфово дрифтовать, нужно кайфово вкладывать в машину деньги. Тогда вообще все классно, так здорово ездится. Ну и, короче, хватит моего трендежа. Смотрите, как мы валили бачком. Это красиво. Это здорово. А, да, кстати, мы еще тахометр сделали. Поменяли приборку, теперь работает весь тахометр, как положено. И не напрягает тебя этот момент. Ну все, вроде бы, наверное, да. Короче, все, ждите следующий видос. Расскажу, что мы еще там будем менять и ремонтировать в ней. А, и у меня остались те самые мортеры 36 BMW. Они мне не нужны. Если кому у кого 30-ка, ой, 36-я, пишите там. За копейки договоримся с вами. Ну все, я поехал резину покупать.